Нет. Поищем золото. Я уже нашел. Кое-что любопытное. На этом заброшенном прииске. Представляете себе, какие драгоценные камни. Целая куча золота. Там тоже вон черные старатели ездят, собирают камни машинами. Собирают золото ведрами. Драгоценные камни откапывают. Не река, а просто сказка. Показываю вам природу. Надо перейти речку, лишь бы здесь не упасть. А то камни. Аккуратно. Вот так аккуратно. Опа. Вот такие скопления я обнаружил. Уже кое-что добыл. Показываю вам, чтобы не было ни у кого сомнений, что это все происходит действительно реально, что я буквально иду по золоту. Река чудес. Действительно такая богатая, трудно найти такую. Вот они, эти скопления золотые. Удалось найти 4 драгоценных камня. Будем сейчас это все собирать. И вот это золото размывает песок. Солнышко то заходит, то выходит. Будем сейчас вот это все собирать. Россыпи. Вот так скапливается золото. Пески размывает. Золото остается. В речке скапливается. Иногда попадаются драгоценные камни. Лишь бы не упасть здесь. Богатство. И здесь. Здесь тоже были россыпи. Я их благополучно собрал, как смог. Несколько часов ушло на это. Специально вам показываю, чтобы вы могли ощутить себя на природе, словно это вы идете по речке и собираете драгоценные камни и золото. Столько я собрал. И еще вот самое ценное я обнаружил, конечно, драгоценные камни. Придется вот так вот сюда вот так соберу аккуратно. Придется высыпать временно вот это золото сюда, потому что нужно сито. Ну потом я лопатой все соберу. А мы пока профессионально пособираем остальное золото. Потому что мы профессионалы здесь. Приступим.
камень, золото скопилось вот так вот. Потом приходится долго выбирать вот этот камушек. Ого-го. Вот это да. Посмотрите, что я обнаружил. Я нашел какой-то драгоценный камень. Какой он красивый. Сегодня вообще день сокровищ прям. Морской волны. Ого, находочка. Вы только взгляньте, что сегодня попадается. Драгоценные камни. Россыпи золота. Целая куча этого золота вон. Ух ты мой. Аж руки тянутся. Какие скопления драгоценного металла. Тут все прям желтое. Это вот размывало. Вот это все размыло. Вот отсюда. Это копали экскаваторы. И сюда все это смывало. Пособирал. Повыбирал как смог. Еле избавился от этого камушка. Вот столько золота я здесь собрал уже, боже мой. Тяжело как. Сюда. Ого. Вот так вот идет добыча золота. Попадаются драгоценные камни.
много камня. Но золото все равно есть. Вот столько. Причем немало. Но придется вот этот камень выбирать долго. Перебрал. Выбрал этот камень. Ушло минут 30. Очень много камня. Поэтому хорошо золото собирать в реке, где оно уже его размыло, намыло. А здесь еще он идет в перемешку с камнем. Золото это. Сильно здесь не буду собирать. Все это остается. Если кому надо, приезжайте, собирайте. Здесь его много. Золота вон. Целая куча. Вот здесь еще возьму немного помыть и будем закругляться. О, золото есть. Скопления вон какие хорошие. Конечно, руки тянутся. Вон оно. Смотрите, как формируется золото. Видите, вон там оно, внутри прямо. Ого. Прям целая куча его. Ну и камня много. Камня просто безумно много. Невероятно, просто камня целая куча. Я думаю, хватит, а то не унесу, тяжелое. Вот так. Золото. Вот она, видите? А, сколько его. Бери. Ни в чем себе потом не отказывай, народ. Живи сыто и богато. Быстрее. Вот так вот, видите, золото, вот оно. Пески, глина. Как в старые добрые времена. Набираем и моем. Набираем и добываем. Придется, конечно, выбирать. Камень придется выбирать весь. Сюда это вот так вот. Опа! Алмазов или драгоценных камней нету. Выгоды нету. Ну что же, я начну сейчас это выбирать. И будем закругляться. Посидим, отдохнем. Пожарим шашлычок.
это пусть остается здесь. Я не такой жадный. Главное, вот эти находочки попались. Это стоит целое состояние. Нежнейшее мясо.